Я уверен, что здесь есть территория, которую мы не знаем. И я ее найду. Да, а заодно и мешок с сокровищем. Отряда Элиза ожидается через 13 часов. Ну что, нашел свою тайную комнату? Да я их повсюду распихиваю. Отличная идея. Молодец, именно здесь я и храню своих лепреконов. Отойди-ка. Что? Зачем? Хочу посмотреть под макетом. Не трогай макет. Отойди, я сказал. Слушай, может, ты расслабишься наконец? Выпей таблетку, испеки пирог, почитай энциклопедию, займи себя. Ты что, вдруг стал крутым чуваком, воткнешь мне эту штуку? Нет, я мирный солдат, я для любви, а не для войны. Положи нож. Я не отдам тебе нож, я хочу посмотреть, что там, уйди с дороги. Остынь, окей? Положи эту штуку. Не указывай мне, что делать. Просто брось нож, не будь кретином. Не толкай меня. Не толкай меня, ублюдок. Брось нож. Пусти. Я просил тебя по-хорошему. Брось чертов нож. Козел. Говнюк, мать твою. Черт возьми. Нет. Черт подери. Что я тебе говорил? Ладно. Окей. Окей. Ты перестанешь? Ты успокоишься? Хорошо. Хорошо. Черт, что за дерьмо? Какого черта? Я тебя еле пальцем тронул. Черт, мой глаз. Дай я посмотрю. Много крови. Отвали от меня. С меня хватит.